Друзья, привет всем. Что, у нас первый снежок сорвался. Вот сижу сейчас, коллегу жду ехать на работу. Решил кое-что записать для вас. Значит, сегодня что-то так вот с утра залез в самую глубину моего канала. То есть это канал, который я начал 9 лет назад. Вот, и в самое первое видео пошел, короче, посмотрел, как это все начиналось, какой я был 9 лет назад, посмотрел, какие видео я делал и так далее. Вот, и, ну, конечно, интересно посмотреть и на себя, и на то, что я делал именно 9 лет назад. Вот, кстати, вам тоже рекомендую, если вы пойдете на канал, зайдете на мой канал конкретно, вот, там есть разделы, допустим, крэш-тесты. Крэш-тесты от Теслы. Тесла тогда назывался еще канал. И я там, значит, ну, интересные вещи делал. Экспериментировал с электроприборами и газом. Короче, газ и кислород. То есть мы там их взрывали, короче, и так далее. Вот, тоже интересно, рекомендую посмотреть. Я, кстати, сейчас сделаю нарезочку и выставлю сюда чуть-чуть в этом ролике вот именно тех крэш-тестов, посмотрите, поприкалывайтесь. Вот, ну, в общем, вот так вот приближается канал к 100 тысячам. Я надеюсь, что, ну, месяца через два, возможно, мы действительно достигнем этой цифры. Вот, разыграем хороший ноутбук, обещаю. Так что тоже постарайтесь привлечь побольше, значит, знакомых, друзей, и мы это сделаем. Все, всем вам удачи, хорошего дня. Смотрите ролик, на ролик нарезку. То, хочу сказать, что в прошлом видео пылесосы меня порадовали, да? Единственное, что они стояли близко и не было этого эффекта, не видно было, насколько они одновременно рванули. Вот, поэтому сегодня мы сделали вот так. Сделали. Пылесосы висят в двух, на расстоянии 2 метра друг от друга. Ну и соединены они своими шлангами. Вот, сегодня проверим, насколько они одновременно или нет рванут. Ну, понеслась. Пиздец. Но рванул только один. Техника безопасности. Блять, это было еще круче. Надо себе наушники купить такие. Фекальный центр. Наполнить газом. Ну и зажечь. Вот. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Значит, что мы делаем? Мы его наполняем газом и немножко кислорода добавляем. Вот такой у нас музыкальный центр. Он еще в рабочем состоянии, но я думаю, что сегодня
после крэш-теста работать больше он не будет. Вот. Итак, ну что, приступим. Понесла. Вот они. Все, что от него осталось. А вот основная крышка железная. Я даже не знаю, куда улетела. Так, тушим. Вот так это выглядит. Вот хреново, блин, в этой ситуации то, что мне приходится подметать, блин, весь цех. Но, с другой стороны, зато чисто будет. Это, блядь, было получше, ну. Хорошо, сегодня лампы не сбило нафиг. Привет. Короче, сегодня у нас в рубрике крэш-тест вот такой старый патефон. Короче, сейчас на нем наденем крышечку. Сейчас я установлю камеру, одену крышку на него, ну и непосредственно сделаем, протестируем его. Запизданула, блядь.